Сегодня главный координатор Дедов Морозов мне написал, что тревожится за мою посылку, мой Дед Мороз. Мне оповещение не приходило, но по времени, скорее всего, посылка уже пришла. Возможно, просто какой-то сбой. Сейчас пойдем смотреть на почту, что нам пришло. У нас вообще лютая срань тут по погоде, поэтому я паркуюсь как дебил, но это на 5 минут. Наша почта. Вот там вот расчленение детей. А вот тут выдают рисунки. Огромная посылка. На самом деле, я, конечно, смеюсь над интерьерами нашего почтамта, как он правильно называется. Но у нас самые классные работники, и очередей у нас, допустим, как в Тосно нету, потому что у нас тут свой микрорайон. Я не знаю, всех знают по именам. И отдают посылку, только увидев тебя в лицо. Ну, подтверждение по СМС тоже, конечно, надо сказать. Ладно, будем распаковывать, когда едем до работы. Время открывать посылку. Вот она. Вот она, посылка моей мечты. Меня, кстати, позабавило. Вот это вот, типа, Тосно. Вот этот вот индекс. Видимо, все-таки где-то она покаталась. Ну, погнали. Блин, надо доесть сушеные яблочки. А то они сами себя не едят. У меня мало опыта в распаковании посылок. Я тоже много опыта в поедании сушеных яблочек. Надо, мне кажется, аккуратно. Мало ли там. Натрик в мягких упаковках. Что-то один раз я с пылу с жару, короче, распаковывала тоже так коробку, так фигак полоснула, а там глюкоза была в мягких лягушках. Хорошо, что, конечно, она недорогая, это не трудно. Но две или три пачки пострадали с моим мастерским распаковыванием. Ай-яй-яй, коробка порвется. Опачки, опачки, смотрите, записка, записка, все видели, записка. Угу. Мало ли там лишнее, я сначала сама посмотрю. Вижу там уже что-то нарисовано. Опачки, опачки, кто говорил про рукописный текст? Вот, пожалуйста, пожалуйста, уже подарок, уже. Так, это мне, если что, дорогая, смотрите, тут написано. Очень надеется, что подарочек понравится к Новому году. Желает мне и моим родным обходить все невзгоды в уходящем году. О, оставить все невзгоды в уходящем году. Здоровья и счастья. И с наступающим. Работа пускай будет в удовольствии и радость. Приносить хороший доход и уважение. Ну, про уважение, это ж про меня. Про доход, не про меня. О, вот. Это вот мой Санта, пожалуйста, расписался, пожалуйста. Так, очень волнуюсь, очень волнуюсь. Проверила, просто идет ли запись, а то я тут всякую чушь могу нести. А запись не идет. Опа! Опа! Опа, опа, опа! Смотрите, смотрите, смотрите! Это вообще первое, что мне бросилось в глаза. Вы только посмотрите на эту елочку чудесную. Не, ну я прям вообще, я сразу даже теряюсь, куда ее поставить, на работе, чтобы все видели, или домой, чтобы все видели. Пожалуй, она поставит и там, чтобы все-все видели. Супер. Супер. Вообще, елка вообще супер. У меня как раз нет елки. Вообще, я безелочное существо. Внимание, внимание, внимание. Котики. Ну, это все, это хит. Термо-носки. Вообще, это точно для меня. Все для меня. Опа, 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 еще котики, еще. Это, по-моему, даже следочки. Не, носки тоже, носки. Вообще все по-богатому. И гепатитная собака. Тоже для меня по-любому. Спасибо вообще. Все круто вообще. Все круто. Смотрите, я вижу, по-моему, мед. Смотри, как он круто запакован.
чтобы ни одна капелька не пролилась, реально ни одна капелька не пролилась. Вообще тут все чисто, если посмотреть, вообще ни одной капельки меда не потеряно, но это все. Я вообще, я в шоке. Как можно делать такие крутые подарки? Ну, это по-любому остается на работе, потому что на работе мы голодные дети, и все сжирается. Дома тоже, конечно, все сжирается, но придется с мужем делиться, а я не такая. Чтоб все знали, я не такая. Мне кажется, что-то очень личное. Так, я сначала посмотрю. Точно, очень личное. Не могу вам показать. Не могу. Не могу вам показать эту крутанскую кружку. Поэтому, если что, я никому не показывала. От работы дохнут пони, ну а я бессмертный. Ой, ну короче, вы поняли. Блин, я только сегодня ехала, и у меня есть подписка в Инстаграме на... Господи, как его? Николай. Мопс Николай. Вот, это который, типа, они едят креветки, а я буду есть свои коричневые камушки. Короче, вообще круто. Санта, спасибо тебе огромное. Этот выпуск для тебя. Ну и по своей давней традиции запакую все обратно в коробку.